нашем университете каждый найдет свою профессию, потому что Сибирский государственный университет науки и технологий имени Михаила Федоровича Решетнева готовит специалистов будущего, способных внедрять самые новейшие достижения научной и технической мысли в производство. Огромный производственный и педагогический опыт преподавателей, тесная связь с современным производством, традиции университета дают выпускнику необходимые знания и практические навыки для успешного трудоустройства не только на базовых предприятиях нашего университета, но и в других высокотехнологичных компаниях. В нашем университете есть множество интересных мест, но самое космическое из них – это студенческий центр управления полетами. Он объединил в себе уникальную обсерваторию и место для внеземных научных открытий. Здесь каждый студент нашего университета имеет возможность применять свои знания на практике. За время существования центра в космос было выпущено 2 студенческих спутника, которые были спроектированы нашими одаренными ребятами в тандеме с их преподавателями. Еще одно интересное место нашего университета – это лаборатория робототехники. Здесь наши студенты совместно с преподавателями проектируют и вводят в эксплуатацию различные робототехнические системы. В лаборатории есть все – от высокотехнологичного оборудования до опытных инструкторов, которые всегда придут на помощь нашим студентам. Университет Решетнева является уникальным местом, где каждый студент за несколько лет обучения может получить сразу 2 высших образования одновременно по одному из 3 направлений – экономика, иностранные языки и юриспруденция. В нашем университете больше 500 иностранных студентов, и для того, чтобы им было комфортнее обучаться, мы создали международный студенческий клуб. Активисты клуба знакомят иностранных студентов с городом, рассказывают о достопримечательностях, а также проводят различные мероприятия, нацеленные на их сплочение и социализацию в новом культурном обществе.